Ребята, всем привет, доброе утро. Мы едем в Иркутск. Сегодня у нас четверг. У меня по планам УЗИ, третий скрининг и врач. Это то, что касается меня конкретно. Все ребятишки с нами, вон они, привет-привет. Едут, их нужно дособирать в школу, там сколько сможем, сколько успеем сегодня. Так что пока что выезжаем, время где-то 7:30 у нас. Хорошая погода за окном, вот. Так что отправляемся в путь. Ребят, иду в больницу. Мои сидят в машине все, будут ждать там. Сейчас постараюсь быстренько пройти врача, и потом УЗИ еще мне надо. А потом с результатами нужно будет еще зайти к врачу и все, и это отдать. Так что, если что, сейчас потеплеет маленечко, ребятишки выйдут на улицу. Еще пока маленько пасмурно. Так что идем пока в больницу. Такая обстановочка. Все. Ребят, ну все, прошла врача. Сходила на УЗИ, третий скрининг, все в принципе нормально, ничего там такого плохого не нашли. Единственное, что у меня как бы ранее созревание плаценты, я уже говорила, да? Малышка наша, кстати, у нас малышка, ребята, у нас девочка, все подтвердилось, все, ничего у нас там не отросло, как мы боялись, да? Даже показала она мне все, то есть 100% девочка у нас. Сейчас она уже где-то у нас 560 кило. Она подсчитала, примерно сказала. Сказала, что даже при такой плаценте плохой, она у вас достаточно очень хорошо кушает. Показала мне, мы сделали фотографии, потом покажу вам, если получится, их в видео вставлю. Вот такие ребята хомяки, там такой хомячок, такая хорошенькая, пухля, хорошо кушает, все ей там хватает. Единственное, что еще меня отправили на КТГ, потому что они вот этот кровоток все смотрят, чтобы перестраховывалась, в общем, она там. Так что долго очень была у врача, ребятишки, конечно, устали тут. Вот, сейчас Саша пошел в диагностический центр, вон он уже идет. Оплатил мне эндокринолога, мне пришлось проходить здесь эндокринолога. Вот, сейчас, не знаю, разберемся, какие дела будем делать, и потом нужно будет сюда вернуться в диагностический еще. Саша пошел закупаться у нас электрикой, как всегда. Мы все был коми. Сейчас все закупит, все на Колымы. И поедем дальше. Отстегните пока, Ванюша. Мишел, славьте, не жарко в кофточке. Погода хорошая в Иркутске, тоже солнечная. Вот. Сейчас папа у нас электрику закупит. Там что-то много у него сегодня. Ну, придется подождать, ничего не сделать. И поедем уже дальше. Ванюха! Мам! Оу. Я серый кубик сделал. Покажи. Димка серу жевал. Покажи кубик. Ну. Дай водичку Ване. Ваня тоже хочет пить. Ванюш, возьми. Попей водичку. Если тебе жарко, Слава, сними кофточку, хорошо? С Лавки тоже есть вода. Вот такие бутылки им специально купили, чтобы они с собой брали в поездки и на тренировки, и там, ну, чтобы вода у них всегда была с собой. У каждого свой цвет. У
Очень удобно, да? И, кстати, недорого будет в спортмастере, я не помню. Ну, нормально это для такой большой бутылки. Для поилочки. Санечка маленько устал, но скоро будем уже его отстегивать, чтобы походил маленько. Папа у нас все подсчитывает, все смотрит смету. Сам составлял ее. Да я не вижу. Что-то еще не все можем здесь купить. Еще нужно будет автомат найти по Иркутску. Сейчас нам провода там соберут. Эти катушки или как, я не знаю, кабеля все. И Саша заберет. Остатки уже там на одном складе забрали. Сейчас вот сидим, ждем, когда нам все сделать. Что? Нам не то выписать. Не то? Ой, еще и напутали, ребята. Вот суета, да, у электриков. Бегать, только смотреть, чтобы все верно было. Ну все, наконец-то отдали нам наши провода. Так что едем дальше. Ребят, мы подъехали к Виду, к магазину, где купим, наверное, надеюсь, школьную форму. Сейчас ребятишек всех высадим и пойдем здесь недалеко. На стояночке остановились. Сегодня так тепло, хорошо прогрелся Иркутск. Ну вот уже немножко ветерок начинает. Так вот примерили вот такой костюмчик Диме. Вроде бы подошел. Все нормально. Качество хорошее. Такой цвет будет. Вот сейчас Мишу подбираем. Так, Славик сейчас примеряет. Давай все туда запихивай. Вот так вот у нас все получается там. Так, сейчас будем застегиваться. Ну все, ребят, купили мы форму ребятишкам. И приехали покушать нашу любимую столовую. Что, заморался? Все, конечно. Ничего страшного. Ребятишки уже все устали, так что пойдем сейчас кушать. Взяли ребятишки котлетки и рис, короче, мы под закрытие пришли, уже то, что было. Нету. Этот Славик. Мы сейчас будем сейчас с ребятишками супчик кушать, там еще Саша сейчас поднесет, так что будем сейчас кушать. Уже под закрытие пришли, ничего сильно нету, то, что было. Вот, ребят, я иду в диагностический центр, сейчас подошло мое время. К эндокринологу. Сейчас хорошо покушали. Иду посижу немножко там. Еще, наверное, придется подождать. Вот. Ребятишки с папой в машине сидят. Не стали никого брать. Потому что начнут капризничать. Пускай Санька сейчас поспит маленько. Сама пройду быстренько. Вот так вот выглядит наш диагностический центр в Иркутске. Мы сойдем. Бахилки одеть. Вот такие, ребят, тряпочные бахилки в России. Не знаю, есть в других странах такие или нет. Но у нас вот шьют, и мы носим. Есть, конечно, и одноразовые, но в основном все пользуются такими. Вот, ребята, у меня номер 134 кабинета. Еще ожидаю. В принципе, никого нет. Здесь я вообще одна. Так что, думаю, сейчас быстро по времени пройду. Вот так вот у нас здесь. Такой центр. Ну все, ребят, сходила к эндокринологу. Наконец-то она меня отписала, что все у меня нормально. Вот однажды так поднимется сахар, а потом загоняют вас по врачам. Ну, посоветовала оставаться на диете номер 9 и мерить дома сахар глюкометром. Ну, то есть я иду к врачу и там за 2 дня примерно замеряю вот эти сахара, чтобы мне прийти и показать, что все нормально, чтобы ко мне не прикапывались.
Все, хороший врач такой оказался. Женщина. Вот. Так что все, иду в машину. Наконец-то у меня есть эта справочка от эндокринолога. Больше ничего, в принципе, не надо. Все, едем сейчас дальше по делам своим. По-моему, сейчас, если я не ошибаюсь, мы едем горячие ключи к Сашиной маме. Потому что она нам нарвала ягодки вкусные. И хочет, чтобы мы ее забрали домой ей. Она два ведра нарвала, вот одну себе набрала, одну нам хочет отдать. А мы варенье наварим. Так что сейчас проскочим быстренько, заберем, пока она не затухла. И поедем. Все, я возле машины. Все, ребят, едем. Ребят, мы приехали в горячие ключи Сашиной маме. Это 38 километров от Иркутска. Ребята успели поспать. Некоторые уже проснулись. А вернее, наверное, уже все проснулись, да? Сейчас Саша сходит за покупками. Хлеб мама попросила. Там и к чаю, наверное, сейчас что-нибудь купим. Ну, долго не будем. Сейчас быстренько заберем ягодку. Немножко побудем с ней и поедем домой. Потому что все уже устали. Саша еще завтра собирается в дальнюю дорогу. С 6 утра его попросили свозить в Качук. В качестве как такси он или что, не знаю. В общем, попросили люди, чтобы он свозил их туда. В общем, вот такие вот дела. Поэтому нам нужно быстрее домой, чтобы Саша выспался. И на утро уже он уедет. Мы все такие лохматые. Я уже просто сижу, не трогаю себя. Вон Лиза быстренько сейчас переплетется. Вот так. Вот так вот, ну. Домой уже приедем, надо в душ вообще. Обязательно после такой пыльной дороги надо вымыться. Саша, что тут кабель скручивает? Саша, что делаешь? Что делаешь? Кабель у мамы старый убрал. Он что, валялся на земле прям? Ребятишки отдыхают. Немножко хоть солнышко скрылось, хорошо. Сашку переодела в чистенькое. Я босиком хожу. Так хорошо. Опа! Сбились два брата, акробата. Ну-ка вставайте. Вы что это? Что там? Песочек намок. Ну дождики же были. Нету что-то воды. Бабушка наготовила уже на стол все. Вкуснятина какая. Ну, корми Сашу. Саша, иди сюда. Давай ням-ням. Он отказывается, не хочет кушать. Все кушают. Ванька халву наворачивает вкусную. Надюшка моет посуду у нас, молодец. Все покушали. Всех покормили. Сейчас помоем посудку и поедем уже домой. Вот молодец, играют ребятишки в песочек.
Ну, игрушки только, правда, здесь все прибрали, потому что дождик был. Сейчас уже не будем растаскивать, потому что поедем скоро. Мама с Сашей. И Зонька гуляет. Идем потом сами спилим. Все, мы все в машине. Я спилю. Собираемся домой ехать. Ребятишки все пристегнулись, сидят, ждут. Ну все, ребят, едем домой. У нас тучки набежали тут. Вроде бы Саша говорит, дождик должен быть. Но пока тихо.